Чен Пэнг и Хао Цзанг. Они боролись за попадание на пьедестал, но в итоге заняли четвертое место. Пара, за которой мы наблюдаем уже третий год. Разница в возрасте у них 13 лет. Ну и сейчас повзрослела, выросла, стала высшим ростом партнерша. И сейчас эта пара, этот дуэт очень гармонично смотрится на льду. Ну и результаты растут с каждым годом. В этом сезоне они стали вторыми на чемпионате четырех континентов, заняли четвертое место на чемпионате мира. В прошлом году на чемпионате мира в Японии они были пятыми. Нотр-Дам де Пари в исполнении китайской пары. Когда создавалась несколько лет назад эта пара, конечно, было трудно предположить, что в итоге получится. Уж слишком разительная была разница. Даже не в возрасте, а смотрелись они действительно как папа и дочка. Но надо отдать должное проницательности китайских тренеров. Они все предусмотрели правильно, и сейчас эта пара одна из лучших в мире. Четвертое место.